На центральной площади города начался монтаж 18-метровой новогодней ели. Конструкция в виде хвойного дерева украсит островок в центре пруда Баранка. Главную елку Одинцовского городского округа второй год подряд размещают на воде. На месте установки уже залито бетонное основание и собран каркас. Завершить монтаж планируется к началу декабря. Центральная площадь города Одинцово традиционно является главной площадкой празднования Нового года в округе. Здесь в рамках проекта «Зима в Подмосковье» будет работать большая новогодняя ярмарка. Символ Нового года разместится в центре катка с натуральным льдом, который при устоявшейся морозной погоде откроется для любителей активного отдыха на свежем воздухе.